переходим к другим темам. Окончательное решение о строительстве фанерного завода в деревне Нижняя Римзяна Тобольского района пока не принято. Вопрос остается открытым до тех пор, пока жители не получат полной информации о проекте. Об этом губернатор области заявил во время рабочей поездки в муниципалитет. Мнения местных разделились. Сомнения всегда не должны быть, но поймите, что если мы не попробуем, если мы не будем строить, если мы не будем зарабатывать деньги, если у нас не будет рабочих мест, деревня-то вся центральная загнулась. А после выхода на производственную мощность муниципалитету завод может приносить до 100 миллионов рублей. Это при том, что сейчас местный годовой бюджет всего 25 миллионов. Те, кто против, уверены, что при производстве фанеры будут использоваться экологически опасные вещества. Чтобы развеять слухи, Владимир Якушев поручил организовать поездку инициативной группы на Тюменский завод, который применяет те же технологии, что планируется и при реализации обсуждаемого проекта. Также жители встретятся и с инвестором, который подробно расскажет о своих планах. Вот как минимум два таких мероприятия надо провести, обменяться полной информацией, а после этого собраться и подвести итоги. Это будет честно по отношению к вам и честно по отношению к инвестору.